вот посмотрите обзор чистовой. Вот это я вчера вам показывал. Но он говорил, что кинет еще сверху. Ну что-то, смотрю, уже прорезал. И верхний камушек не кинул. Ну я спрошу его. Ну так оно выглядит. Вот видите, какой зазор. Там сантиметр. Мы это вырезаем. Ну есть у людей разные технологии. Как они, одни продавливают, другие режут. Мы же столько режем. И вот так вот примерно выглядит. Я вам сейчас покажу, как он кидает чистовой слой. Вот, видите, соединился вчерашний слой и сегодняшний слой. Вот так вот выглядит сопряжение тех вот. Вот посмотрите, какой обалденный растворчик. Смотрите, он прям бархатный. Вот это фэри или там мыло. Ну, мыла у них нет, они фэри льют почему-то, наверное. Саша что-то добавил. А, у Саши, наверное, были старые фэри. Не, не знаю, какие-то секретные. Но... Ага. Смотрите. Гала, да, у нас? У нас гала. А, гала. Фэри это русская, а у вас гала, да? Да, фэри а тоже есть украинская. А, есть фэри. Гала дешевле. А, гала дешевле. А где гала? Покажи мне ее. Ушла. Ну. Вот, смотрите, кидается точно так же все. По старым. А что тут у тебя уже перчатки такие летние? Те. Черновые. Угу. Покажи, какими ты перчатками работаешь. Вот смотрите, видите? А как они называются? Эти медицины. Вот смотрите, фэри. Нежные руки фэри. А вот гала. С яблоком. Да, получается, вот это гала. Ну, фактически результат один и тот же, да? Да. Ну да, такой гала пахнет еще яблоком. А, вот видите, кто хочет галу, то по запах идет. Ну, вот так вот, тут они выкидывается. Ну, Коля, оттяни этот, ну, сейчас он покажет, как он теркой. Видите, терочка сейчас, смотрите, какая толщина, видите, какая толщина раствора здесь, ну, сантиметра два, вот видите, поверху мастерочком, он протягивает это все. А что ты говорил, будешь кидать, уже не будешь вверх кидать, нет? Ну, в принципе, нормально. Вот видите, так вот, просто терка без маячков протянул. Ну, чем кривее, тем интереснее камень будет. Он волной идет и при прорезке, ну, чуть-чуть набьется щеточка. Да, как видите, смотрите, как. Обыкновенный раствор 1:2. У нас просто очень песок хороший, там мало глины, и он мелкозернистый. И получается вот такое хорошее качество. Уже парень из Запорожья хочет к вам в школу по мастерству. Но украинскому научиться бетону, как с Украины. Только как это сделать? А? Пригласить. А, жилье, гостиница, это все пригласить. Мастерская. Это все. Кто этим будет? Даже на ком-то учиться. Мастерская, он через дом. Через. А, дом? Ну понятно. А гостиница? Ну это уже через переулок. А, через переулок. Ну так вот готовится, смотрите, видите, слой такой получается сверху. Все. Сейчас пока они сделают, пока до туда дойдут он до туда вот, до конца. Ну, пойдет там часик или какой. А этот раствор начнет подстыхать, и его можно будет вырезать. И получается вот, то есть пока уборка, пока туда все. И, ну, такой цикл будет, он закончится. То есть утром мы кидаем обычно до обеда, там 2-3 часа кидается, или там сколько, 4, ну, зависимо от объема. И... Ну, сколько людей готовых резать? Да, ну, просто здесь объем маленький, 30 квадратов. Он... Если там по-разному. Если это было там 1000 квадратов, просто там 3 человека кидало, по один бы 3 резало, кто-то кидал бы. То есть вот мы делаем заборы там или цоколя по 1000 квадратов. Ну, если такой попадается там жирный заказчик, ну это
такое редкое. Редкая такая удача. Обычно мы делаем скульптуры и параллельно еще и делаем соколя. И, ну, здесь слабенький заказчик, просто вот, ну, это домашняя работа, соседям мы вот делаем вот такую работу. Ну, смотрите, я вам показал, как вот это делается, ну, может, вечером еще приеду. Ну, я вам показывал, как вырезается, а вот как кидается чистовой слой.